Всем привет! И снова сельский репортаж. Сегодня 28 декабря. На улице прекрасная погода. Чудесная погода. Светит солнышко из облаков. Машинка доехала сегодня. Вот, ребята нам почистили. Ну, не ребята, а наш знакомый Александр почистил нам очень хорошо подъезд для газели. И для материалов внешней отделки, которая приедет сегодня. Вот по всему поводу, как бы этот ролик, части ролик размышления, что делать дальше с фасадом. Ребята там почищают подходы к дому. Ну, в общем, снега нормально навалило за, получается, меньше, чем половину зимы. Ну, почти, наверное, правильно сказать, больше. Наверное, большая часть уже зимы позади. В общем, какая идея? Вот эта вот часть дома средняя, где должен идти брус. И куда он пойдет, да? Я думаю, сейчас как его крепить. Ну, очевидно, по всей длине вертикальной будет стоять обрешетка. Брусок 5 на 7, строганный, сухой. Потом на него будет крепиться сайдинг. Елочка горизонтально. Потом на эту же обрешетку станет доска 20 на 5, как разделитель. То есть не закрепят к обрешетке. И, соответственно, пойдет дальше, пойдет опять елочкой сайдинг. Я вот сейчас решаю, думаю, как это сделать. Вот, очевидно, из того, что я смотрю, чтобы полноценно сделать фасад, очевидно, придется делать террасу. Ну, настилать пол, по крайней мере, выводить его уровень. Вот, чтобы можно было сделать сайдинг. Ну, очевидно, там придется поднять сантиметров на 17, наверное, всю вот эту вот часть конструкции, то есть вот эту вот террасную. То есть обвязка брусом террасы. На нее станет доска, сверху доски будет временный настил, ну, временный просто для хождения, для захода в дом. Вот, соответственно, по весне это станет полноценной либо лиственницей, либо, посмотрим, террасную доску искусственную. Вот, ну, такие вот дела. В общем, ждем приезд сайдинга сегодня и, соответственно, будем заносить его в дом. И ждать бригаду, которая приедет, будет делать монтаж. Я думаю, будет миллион вопросов. Вот, и у меня, и у них. Вот, хорошо, что выходные. Я надеюсь, я за выходные всем объясню, пока не поставят леса. Я привезу древесину, обклады окон. Ну и так далее. В общем, наступает часть номер два. Это отделка, внешняя отделка. Ну и, видимо, часть номер три по дому будет внутренняя отделка. Ну, там, электрика и так далее. Вот, что хочется еще успеть за зиму? Хочется сделать электрику полностью всю. Вот, у нас стоит столб. Я договорился с электриками, они сделают опуск. Вот, дальше я веду кабель в дом. Начну сам собирать щиток. Может быть, сам что-то делать по проводке. Ну и, в принципе, еще есть идея умного дома, да, на всяких интересных девайсах по Wi-Fi, по радиоканалу, то есть умные розетки, умные светильники и так далее. Ну, посмотрим, как бы идей много. Посмотрим, что удастся сделать. Работы много. Вот. По весне надо будет заниматься участком, планировкой, ставить забор, готовить скважину. Ну, в общем, хобби дачи продолжается. В общем, весело. Всем привет. Ну, с наступающим Новым годом. Всех благ, здоровья и удачи. Всем пока.